Что же мы видим? А вот что. Каждый божий день количество партийцев увеличивается. И почему это необходимо? Есть такое стремление высказаться. Потому что происходит с нами, нормальным языком передать сложно. Но я нормальный человек. Но самое главное, что те, кто не помнит лучшее, приходят сюда. Молодежь идет. А наше удовольствие заставить развернуть историю заваливается, господа. Потому что из нашего влияния вытекают молодые кадры. И только вы не думайте, что наша мудрость им помогает. Нет. Но что происходит? На примере любого города. Любого. Тут ведь вопрос-то умный. Вы делаете из людей быдло. Стараетесь это делать. И для этого впендячиваете сущность бытия. А именно, регулярно обновляющие полицейско-уркагановские детективы. Вы ломаете психику. Прикольно? Причем прикольно то, урки живут по правилам, у них все в шоке, а малый полицейский, купив бушную тачку, ловит их. Да красота! А все это с огромным количеством никому не нужной рекламы. Вы практически уничтожили местные каналы. Но в мире, я имею в виду человеков, а не быдло, никто не смотрит разбитую на несколько общезначимость. Что может быть, когда везде втирают убийства и разбой? Что в этом нужного, то? Где местные события? Где они? То же, что и на телевидении, вы внедряете в интернет. В интернете еще интереснее. Кто смотрит истину? Да никто. Наша истина в другом. Я не хочу видеть люмпина моего сына. Мне не нравится люмпинизм моего брата и дяди. Вы внедряете нам чудо, которого нет, а нормальный интернет вам это показывает легко и просто. Мы не лесная, не металлургическая, не нефтегазовая держава. Да и с поставками зерна у нас проблемы. Мы просто очень холодная страна с нищим населением. Наше население всего 1.5% от земли. И мы какой землей владеем, то? Огромная территория с минимальным населением и с минимальной продолжительностью жизни. Вы это не видите? Так отменяйте родительское, сжигайте останки, чтобы чел не видел 40 лет ушедших из жизни мужиков. Это я про мужиков, про цвет России говорю. Поверьте, даже узнав от бабушки или у мамы в возрасте, как мы жили раньше, не быдло вызывает вопрос. А что дальше? Дальше такая перспектива, а ее нет. Хотя, в принципе, она есть. Ухлопаться до остатка к 40 годам, купив в ипотеку однуху в Москве и 15-летнюю машину, а там сразу в аут. Поверьте, я не из этой оперы. Я не крутой, я стандартный. Вы делаете кредитную историю большим удовольствием. Вот только кредит у нас не маленький. А вы впендячиваете инфляцию и постоянный рост доллара. И вы знаете, по уровню жизни мы ниже всех. То есть мы в топе по высшему совету ООН. И в минимуме на уровне 60-й части по количеству долларов. С охрененными ценниками на одежду, обувь и на еду. И еду в мире. И это делается для тех, кто знает английский. А если большая часть вашего общества это 20 тысяч в месяц, то мы падаем еще на 10 мест ниже. И тут как жизнь с такими ценниками? Да никак. Теперь еще интереснее, если вспомнить, что среднее питание, а это 15 тысяч рублей, с минусом 5 тысяч за хату. И только на питании мы и живем. Да, мы круче всех, но в мизерных территориях. Но было все по-другому. Вот почему все идут в КПРФ. КПРФ – это КПСС, и даже дергаться не надо. Вы можете прочитать Конституцию и сравнить с российской. И поверьте, СССР – это кремень, о котором разбивались все. Это была наша жизнь для всех, для всех. И прочитав оную, можно развернуть наше существование. В принципе, 10-15 не идей, а тех принципов, которые развернут Россию.
Возникает вариант, как вернуть истории и убрать то, что унижает народ. И только КПРФ это делает. К сожалению, мы далеко не в демократии. Выборы переделаны, и кто считает, что развернуть общество, он будет в шоколаде, ошибается. В шоколаде будут только 300 миллиардеров и 1% населения. Остальное будет в ОПЕ. Ну, есть же калькулятор, ну пересчитайте. В Мухозапердянске от винта проживает 4300 человек. Это реально мало. Причем этот город, лидер. Вот кому это нужно? Вот кому? Чтобы стать одним из 100, вы топить должны своих товарищей, топать по их головам. Это совсем не гражданская конституция. Да, она менялась, как и меняются постановления. Меняются везде. Или забыли, но самое главное, что Сталин в моей жизни появился с перестройкой. Раньше я не знал о такой личности. Замели всю историю за один съезд. Вот так же заметут и остальных. Вам, власть, придержавшие, про это думать надо. Кто помнит о Никушина? Никто. Это было совсем недавно. Вам до уровня Петра Первого еще, ой-ой-ой, как много предстоит делать. А честно, до уровня борца за лучшее, за идеал Владимира Ленина вам не добраться. Он был, есть и остается лидером. Потому что вы отваливаетесь, вы все, но Китай всегда помнит основателя коммунизма. Ким Ир Сена, Махатма Ганди, Хо Ши Мин, Мао Цзэдун, Владимир Ленин. Они перевернули историю. Вам надо вернуть наше лучшее, дать детям возможность жить, помнить мировую историю и заботиться о лучшем будущем. Вернуть страну счастливых стариков и ребят. Вернуть СССР.